Ну ладно, по крайней мере, пища для интеллекта все-таки должна быть какая-то, потому что сегодня довольно-таки такое, ну, важное мероприятие, десятилетний юбилей. Тем более в наше время, когда вы знаете, что сейчас вот происходят большие такие, скажем так, тектонические изменения в музыкальном бизнесе, лейблы исчезают, и все как-то так переходит непонятно в какое-то виртуальное пространство. Геометрия вот один из немногих лейблов, который существует, у которого сегодня, кстати говоря, новые релизы именно в этот день 10-летнего юбилея. Вот, так что на входе, я не знаю, вы заметили, там есть небольшой такой лоток, где продаются диски геометрии, в том числе и некоторые последние релизы, так что обратите внимание.